Вот новый клиент от меня из России, Роман, будет открывать компанию. Короче, мы с Алексом пришли устроить сюрприз нашему юристу, потому что все его любят. Более того, он помогает им играть в лотерею. Да, Алекс? О, welcome. Сейчас я познакомлю с одним из лучших юристов в Бангкоке. Who is this? Who is it? Who is it? This is VIP client came. VIP client. Sophia, Laila, she speak Thai, you speak Thai. It's very good. Вот так мы встречаем нашего юриста. Один из лучших юристов в Бангкоке, София, представляю. В отличие от большинства юристов, София работает честно, у нее есть офис, у нее есть огромное количество клиентов на протяжении десятков лет, и главное, у нее отличные цены. Отличные цены, качество, и решает очень много вопросов, в том числе и в плане лицензирования. Окей. Вообще просто как зачастую работают юристы, особенно наши соотечественники. Они, очень многих я знаю, которые действуют, нормально работают, делают классный сервис, но фактически вся их работа осуществляется в передаче ваших документов в похожие офисы. Просто София — это надежный офис и подойдет тем, кто говорит немножечко на английском хотя бы, потому что, ну, остальные вопросы, я думаю, что можно в текущих реалиях с помощью переводчиков дозакрывать. А так вот, обращайтесь, подскажу вам контакты отличного юриста. Но самый главный лайфхак — это иметь тайскую помощницу. Да, в чем ситуация у Романа? У него есть студенческая виза, но для того, чтобы открыть компанию, нужна рабочая. Вот сейчас София будет говорить, по каким документам, что ему подготовить, чтобы сделать рабочую визу, соответственно, открыть компанию. Очень важный момент, кстати, не забывайте, если у вас есть рабочая виза, вы должны при выезде из страны, чтобы она у вас не прекратила свое существование, каждый раз в аэропорту ставить специальные штампы, которые будут тормозить такие ваши рабочие визы, например, на год она вам выдана, при въезде и выезде в страну. Это дополнительная процедура, дополнительно стоит денег, но без нее никак. Рома, ты уверен в названии Cyber Bros? Нет. Уверен. Я увидел картинку. Точно. Это вот какие-то два хакера молодых. Ладно. В любом случае, у тебя будет возможность. У тебя будет возможность поменять вид деятельности, если что. Уже и реклама есть. Будем работать во всех направлениях. Ну вот сейчас уже подобрали название компании, соответственно, проверили на тайском и моментально все делаем, прямо не отходя от кассы. Всем привет, это и есть София Кун. София. Nice to meet you, hello. Hello. В общем-то, проверенный, надежный юрист в Бангкоке, который может вам помочь во многих вопросах. Короче, вот абсолютно реальный офис, чтобы вы понимали, реальные сотрудники, реально бухгалтерии ведут, реально работают. То есть это не те, кто возьмут ваши деньги, документы, ничего не сделают, и потом вы будете их искать, свистать. Вот клиенты очередные приходят в офис и сидят в очереди. Я пользуюсь этими услугами Софии очень давно и вам советую. Это действительно недорогие и качественные услуги, юридические и бухгалтерские в Бангкоке. Итак, Роман, привет. Скажи, пожалуйста, почему ты остановился на Азии, почему Таиланд? Как ты дошел до жизни такой? Привет. Анализировал российские локации, понял то, что из-за политической ситуации, из-за санкций отсутствует возможность приобретения как железок, так и софта. Отсутствует собственное производство всего необходимого для открытия моего бизнеса. И выбрал среднеазиатский регион, так как здесь концентрация производства как программного обеспечения, так и хардварных каких-то штук. В Таиланде есть собственные заводы по производству полупроводниковой продукции. Все, что практически полный цикл замкнутый, все, что они не могут производить, и производится рядом в Тайване, в Китае. Соответственно, простая, достаточно быстрая логистика, очень интересные цены. Ну и самое главное, ставка рефинансирования Таиланда 2%. И про технику в лизинг или в кредит, или беспроцентную рассрочку на год, это вообще тут нормально считается. Да, но в России с Набибулиной, с этим Центробанком, ну я не знаю, там последние штаны отдашь банку, если ты захочешь пользоваться их деньгами. Ну окей, вот смотри, перспективу, получается, ты на рынке это видишь. А касается рисков, как с рисками дела? Политическая обстановка здесь очень спокойная. Насчет какого-то криминала вообще даже не думаю, поэтому, наверное, самый вероятный риск, что нас всех смоет цунами. Вот. Ну, я не вижу тут рисков особых. Мы к бизнесу Романа еще вернемся, быть может, даже совместный проект сделаем. А вот скажи, пожалуйста, а как у тебя
впечатление от юриста, у которого ты решил открывать компанию? И, имея релевантный опыт работы в Большом театре в Москве, общение с юристами, разбор полетов во всяких регуляторах, ФАСы, там, все прочее, налоговые какие-то, счетные палаты и так далее. Хочу сказать, что как юрист этот человек мне показался компетентным. Во-первых, есть отзывы, есть реальные сделанные дела этим человеком в твою сторону. Да. Вот. А, собственно, человек тут же связался с моими с офисом иммиграционной полиции, которой я обслуживаюсь, там два офицера. Они очень быстро нашли общий язык. Мне понравилась скорость принятия решений и, собственно, скорость того, как работают эти люди. Они тут же, мы подобрали название новой компании, хотели Cyber Brothers, оказалось занято, они тут же мне об этом сообщили, выбрали Cyber Bros, вот, где-то рядом, такое объединяющее название людей в, собственно, в комьюнити, которое мы и будем создавать. И пока что мне все нравится, цены тоже приятные, сроки приемлемые, цены приятные, замечательно. Вот вам успешный кейс, вот вам юрист, ну остальное дело за вами. До скорых встреч.